Всем привет! Я Ника Вишневская, и сегодня я покажу вам комплекс упражнений, которые знакомы многим актерам и дикторам. Они помогут вам быстро размять свой рот, заставить работать каждую исходящую букву и удивить всех потрясающей дикцией. Итак, начнем с лица. Двигаем каждым его мускулом. Вот так. Пока не почувствуете, что лицо согрелось как следует. Далее губы, улыбка, трубочка. Широкая улыбка, трубочка. Далее наша трубочка пойдет по кругу. Перейдем к языку. Тянем его вниз и вверх максимально. Сейчас интереснее уколы языком в обе щеки. Затем чистим языком щечки по кругу. Широко открываем рот и натягиваем его, как герой «Один дома», помните? Разогреваем руками щеки. И сбрасываем все напряжение. Это можно сделать разными способами. Итак, перед началом выступления, лекции, эфира, записью и важным мероприятием разминайте свой речевой аппарат. И да, если вам смешно, то посмейтесь. Главное, продолжайте делать. Будут вопросы, пишите в комментариях. Не забудьте сохранить и отблагодарить меня лайком. Пока-пока!